Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый нежный шнур. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем вязание нашего шнура с 3 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три. Выполнили. И теперь будем провязывать в нашу первую воздушную петлю 3 натяжечки. Выполняем накид на крючок, вводим крючок в нашу первую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Раз выполнили, далее второй раз, немножечко неудобно петелечку держать, второй раз и третий. Далее захватываем рабочую нить и провязываем петелечку и накид. Далее провязываем петлю, которая образовалась, и опять же петлю, которую мы вытягивали, и накид. И опять 3 петли провязываем. Далее 2. И у нас с вами осталась одна петля на крючке. Далее выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Выполнили. Накид на крючок. И теперь в нашу петелечку мы будем захватываться не за одну нить, а за 2, чтобы она не вытягивалась и наш шнур был красивым. Мы будем провязывать 4 натяжечки. Захватываем рабочую нить и вытягиваем на высоту наших воздушных петель. Первая натяжка. Вторая. Третья. И четвертая. Выполнили. И теперь провязываем точно так же. Сначала мы провязываем петлю и накид, а затем уже по 3 петелечки, которые у нас на крючке. 3, 3, 3 и теперь 2. Выполнили. Далее выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И выполняем 5 натяжек. Опять же захватываемся за 2 нити и выполняем. Раз. Натяжки вытягиваем на высоту наших воздушных петель. 2. 3. 4. 5. Хочу обратить ваше внимание, по мере того, как мы делаем все больше и больше натяжечек, они у нас немножечко уменьшаются. Так и должно быть. Сначала 2 петли провязываем, или 2 нити, можно сказать. И далее провязываем 3 петли. 3. 3. 3. И 2 петли на крючке. Продолжаем работу, выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь будем выполнять 6 натяжек. Накид на крючок. Вводим крючок, захватывая за 2 нити и вытягиваем на высоту воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь начинаем провязывать не спеша. Сначала 2 петли и затем по 3. Аккуратненько. Не спешите, очень внимательно. Мы будем провязывать по 3 петелечки. 3. Теперь у нас осталось 2 петли на крючке, которые мы провязываем вместе. Теперь выполняем 6 воздушных петель.
раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выполнили и выполняем 7 натяжечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и последняя 7. И теперь начинаем провязывать сначала 2 петли, а затем по 3, очень внимательно, не спеша. 3, 3, 3, 3, 3. И у нас с вами осталось 2 петелечки на крючке, которые мы провязываем вместе. Вот такой красивый и интересный шнур у нас с вами получился. Вы можете самостоятельно регулировать количество воздушных петель и натяжечек в ваших сегментиках. Так смотрится лицевая сторона нашего шнура. И так наш шнур смотрится по изнаночке. Тоже очень интересно и очень красиво. Так наш шнур выглядит с более толстой пряжи. Так он смотрится с лицевой стороны. И так смотрится по изнанке. Творческих вам успехов!